Сержанты Андерсон и Медекс. Да, сэр. В Боснии складывается чертовски дерьмовая ситуация. Поскольку вы лучший снайпер и наводчик, которых может предложить Беннинг, мы решили направить туда именно вас. Сараево сейчас осаждают сербские войска. У нас есть достоверная информация о творящихся в городе кровавых бесчинствах. Главный их инициатор — этот сукин сын. Майор Марко Владич. Отряды ликвидаторов Владича методично вырезают гражданское население в районе Стариград. Со всем уважением, сэр. Но почему этот ублюдок еще жив? НАТО не может действовать, пока не предъявит журналистам неопровержимые доказательства преступлений Владича. По городу гуляет старуха с косой. А вы отправляете нас туда как папарацци? Ваша задача — встретиться в заданном месте с информатором ЦРУ. Местный жулик, фамилия Меринов. Он будет вашим проводником. Как только снимете на пленку преступление Владича, сразу убираетесь оттуда. А если наткнемся на Владича? У вас четкий приказ, капитан. Сделайте снимки. Потом уже поговорим о Владиче. Все поняли? Да, сэр. Удачной вам охоты, господа. Понял, 32-й. Сигнал показывает, что ты в 2 километрах к юго-востоку от окраины города. Разведка сообщает, армия сербов полностью блокировала Сараево. Будь очень осторожен. Говорят, посоветовать этот контакт командованию было твоей идеей. Кто он? Просто мелкий жулик и подонок. Когда мы были в Афганистане, он пытался впаривать очищенный спирт под видом выпивки. Но поверь мне, кто-кто, а этот на территорию врага пролезет точно. Он приведет нас к Владичу. Ты хочешь сказать, к доказательствам? Ну да. На 12 часов танк, держись. Поправлюсь. Никчемный металлолом начала 90-х. Цель — солдат на броне. Расстояние 150 метров. Ветер постоянный. Можешь начинать. Теперь тот, что чинит двигатель танка. Справа. Расстояние тоже. Легкий восточный ветер. Огонь. Чисто сделано. За мной. Надеюсь, ЦРУшники не станут назначать встречу в самом центре боевых действий. Ага. Интересно. У ЦРУшников была веская причина назначать встречу в эпицентре боевых действий. Разве они больше не закапывают трупы в лесу? Как всегда циничен. Судя по тому, что я слышал, парень дешевка, и он сам настоял на встрече в этом месте. А еще сказал, что там получатся фотографии высшего сорта. Еще меня называешь циником. Вижу одного будущего мертвеца в окне. Первый этаж того дома. Слышу тебя. Отличный выстрел, друг. Внутри движение. Заходим потихоньку. Я на точке. Прикрой мне спину. Сделаю. Наконец-то хоть одно серьезное дело. Потом похвастаешься, Карл. У нас есть задание. А я тут сижу и думаю, что Уиллер — это главная зануда во всей операции. Внимание, 2, 3 цели. Одна в окне, 2 снаружи. Вступай по сигналу. Первая цель у левого крыла здания. Курит там. Покончи с ней. Твою мать! Должен быть управленный полчай! Точно в цель. Патруль приближается. Черт, давай за мной. Тихо. Замри. Не шевелись. За мной.
Этот урод мой. Кажется, они направляются в город. Нужно поскорее закрыть сделку. Войну больше не выигрывают пушками. Выигрывают, подкупая сапалды в подворотнях. Ну, все не совсем так. Слово и образ не слабее будут. Чтобы добиться своего, нам понадобятся политические рычаги. Черт, приятель. Мне становится все сложнее любить свою страну. Стой. Впереди очень много врагов. Не стоит лезть в бой. Лучше обойти их. Иди за мной и будь начеку. Конечно, шеф. Цель впереди. Оставь его, он слишком открыт. За мной! Еще один справа. Не стрелять. Стой. Выдвигаемся. Будь начеку. Еще двое патрульных. Пусть пройдут. За мной. Контакт. Снимаем их по-тихому. Это еще что за фигня? Это не просто выброс дыма. Иначе он бы уже развеялся. Давай побыстрее. Твою мать, ложись живо! Очень рискованно, Карл. Напомни потом, что тебя слушать нельзя. Не дрейф, напарник. Я же рядом. Тебя ждет снайпер наверху. Немного усложним правила. Ну как, одним выстрелом двоих убьешь? Хорошо. Тот, что слева, теперь легкая добыча. ВВС пытаются отвоевать плацдарм для своих. Они, наверное, слышат. Летают так низко под носом. Наша встреча на том конце. Заплейте орудие. Стоп! Лишь так, пока их растащит по частям. Да, все вижу. Надеюсь, летчики хоть раз прокатят с собой, что я не работаю. Прикрой меня, я выхожу.
заряды установлены. Расчет орудия мертв. Надо исчезнуть. Встретимся позднее у подземного перехода. Хорошая работа, Кол. Его крутейшество Мэддокс похлопал меня по спине. Я об этом мог только во сне мечтать. Этот парень должен ждать нас по ту сторону перехода. Идем. Кто-то идет. Прячься. Все дерьмовее! Мишу, заткнись, не мешай работать! Готово, уничтожим их! Давай, давай, давай! Слышаны обо мне, а? Резюме потом пришлете, сейчас речь о другом. Американцы, всегда вы куда-то спешите, бежите. Учитесь расслабляться. Бутылочка водки, симпатичная девушка, чтобы кровь не стыла. Хотите, для гостей найду без проблем. Потом как-нибудь. Мне сказали, вы знаете дорогу. Да, к несчастью. Ни за что на свете не хотел бы возвращаться в это ужасное место. Но души жертв Владича требуют мести. Мы ведь здесь именно за этим, да? Верно. Мы ради чемодана, набитого чистыми купюрами по 100 долларов. Кажется, я не нравлюсь вашему спутнику. И мне тоже. Но мы здесь не за тем, чтобы клясться в вечной дружбе. Чем быстрее отведете нас в лагерь Владича, тем раньше получите свои деньги и вернетесь к своей насыщенной жизни. Я все понял. Идите за мной.